Большом театре Союза СССР состоялся торжественный вечер, посвященный 80-летию со дня рождения Мухтара Ауэзова, замечательного мастера слова, выдающегося казахского писателя, лауреата Ленинской премии. Вечер открыл секретарь правления Союза писателей СССР Константин Симонов. Слово о Мухтаре Ауэзове произнес секретарь ЦК Компартии Казахстана Имашев. О певце дружбы народов, чье творчество и общественная деятельность имеют всесоюзное и мировое значение, говорили писатели Сергей Михалков, Алим Кишоков. Произведения Мухтара Ауэзова, обогатившие многонациональную советскую литературу, и сегодня с нами –